Взрыв этой ночью прогремел и в Турции. На юго-востоке страны, в провинции Диярбакыр, которую населяют преимущественно курды, на воздух взлетел заминированный автомобиль, припаркованный у стен полицейского участка. Затем неизвестные обстреляли здание из гранатометов. В результате пятеро погибли, 39 человек пострадали. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Тем не менее, турецкие власти винят в атаке сторонников запрещенной в стране рабочей партии Курдистана. Добавлю, атака в Диярбакыре произошла спустя два дня после теракта в центре Стамбула. Там погибли 10 человек, преимущественно туристы из Германии. Предположительно, за случившимся стоят боевики, запрещенные во многих странах, в том числе и в России, группировки «Исламское государство».